армянский журналист Воскан Сарксян, ссылаясь на главу администрации поселка Аски-Пара, Серобу Махсудяна сообщил, что сегодня в село прибыли российские военнослужащие в сопровождении представителей Министерства обороны Армении и других официальных лиц. Как передает Ахарас, об этом сообщает армянский сайт 168А. По словам армянского журналиста, идет процесс возврата азербайджанских анклавов Тавушского района под контроль Азербайджана. Ранее мы сообщали, что в случае использования карты СССР в Тавуши, мы, возможно, не сможем больше использовать дорогу Аски-Пара. Азербайджан возьмет под свой контроль всю дорогу, потому что, согласно карте СССР, она проходила по их территории. Под контроль Азербайджана перейдет дорога Аски-Пара и 7 сел Газахского района, отмечает сайт. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.